Приветствую вас на канале Red Cat. Сегодня со мной Настик. Всем привет! И она любезно согласилась мне рассказать. О, кстати, тут что-то начинается. Пойдем туда сразу, да? Игра, погнали скорее, да. Пока это игра. Там обновляется разное время. Сегодня мы посмотрим, что на Хэллоуине добавилось, изменилось вообще в игре Adopt Me. Ну и, конечно, расскажу вам, что тут делать. Но сейчас мы в какую-то игру попадаем. А нам достаточно, что у нас двоих? Да, нас достаточно, да? Не волнуйся. Okay. Тут можно играть и одному. Ну, конечно, игра без тебя тоже может запуститься, но, думаю, это будет невыгодно. Так, у нас есть сейчас в игре вообще две мини-игры. Uh-huh. И в одну из них мы сейчас с тобой заходим. Она одна из самых интересных, потому что в другой там страшно. Будет, в общем, узнаешь. Да, ну да, там страшно, там медведь будет с тобой бегать и есть тебя. Ой, класс, я хочу туда. Ну, я, по-моему, что-то такое видел, там бегаешь с базукой, не? Я случайно заходил. Нет. Ну да, с базукой. Ну, увидишь. Так, ну, ладно. Так смотри, что? Надо искать дорожку. А, ну сейчас вот сразу показываю лайфхак. Куда? Смотри, вот так. Ой. Делаешь. Да ты что? Да что ты говоришь? Смотри, показываю. Между вот так вот делаешь и на две. Да-да-да, чтобы сразу две. И где-то, но... Да, вот какая-то... Вот, видишь? Угу. А, подожди, вот это что у нас шевелится? Это правильно или неправильно? Нет, это наоборот, те, которые упадут. Эти штучки, они тебя подбрасывают. Кстати, так. Скажи сразу, у тебя есть тыковка над следующим порталом? Ой, у меня ничего нет. Какой тыков? Давай, вот сюда прыгай, ты где? Сейчас бегу. Давай, вернись. Беги. Я упал. Может, тут есть короткий путь? Нет. Нет, как что? Ты туда попал? Это наоборот самый короткий. Так далеко. Смотри, на вот эту вот штучку встаешь, голубенькую, и давай сюда быстренько, давай. Я туда не прилетай. Долетаю, в смысле? Долетаешь. Ну, я же долетела. Да ты давай. О, видишь, ты даже попал почти. На чекпоинт. Вот тут у меня есть тыковка. У тебя есть тыковка? Ничего у меня тут нет. У меня там как... Подожди, а тут надо на эту тыковку нажать, наступить. Все, я засейвился. Нет, ну, тебе не особо поможет. Смотри, ну, ладно, у меня давай. Есть фонарь какой-то. Больше ничего нету. Какой фонарь? Ну вот, давай, прожектор. Давай, перелетай сюда. Это прожектор, который тебе помогает. В смысле, как я туда долечу? Это максимум, насколько я подпрыгиваю. Ну, только ты вперед кнопочку нажимай, ты сможешь прилететь. Во, молодец, давай. Нет, сюда. Оно не долетает, тебе хочу сказать. В смысле не долетает? Сейчас. Может, shift ты надо? Не веришь? Ладно, я нажимаю вперед. А, нет, все. Так оно как-то ты не вот сразу полетело, да. Угу. У нас что-то мало времени осталось, тебе так не кажется? Мы не успеем 23 пройти. 23 секунды, да хватит. Я знаю, да, вот что, это. Там еще один такой уровень. Ну да, одну из двух. Так, давай так, быстрее. Так, ты я успеешь, бегу, я теперь знаю, как это делать, наверное. Тут за каждый уровень дается разное количество конфет. Если ты до этого долетишь, ты получишь 2500. Ну все, а если 2500, не долетишь, победа. О, долетел. Конечно. Ну, смотри, тут мало, конечно, шансов, что мы дойдем. Ну вот, мы с тобой получили 2500. Ну все, понятно. Ну а максималка 3000, если ты дойдешь до конца. Мы сразу перешли в лабораторию, которая у нас, собственно, шоп. Тут можно купить все, что хочешь. Ничего не хочу. Давай, рассказывай, что тебя тут привлекает. Вот здесь вот. Ну, на цены шапка, не смотри. Конечно. На цены шапочка, не шапочка. Ну да, можно на нее нажать, посмотреть цену и выйти молча. Нажать. Так, ого, 4400. У меня с таких нет денег. Ну, слушай. Вообще 1000 робуксов питомец стоит. Я перехотел. Рогатка какая-то интересная, да? А эта штучка прикольная, кстати, у меня она вроде есть. А вот это да, что? Вот такая, вот на ней можно летать, смотри. Ага. Ну, это типа этих, да, всяких одуванчиков. Да, тут также есть, да, такая попрыгушка. Ну, вот эти вот штучки дорогие, ненужные. Ну, ладно. Так. Так, ну и у нас еще не открылось, я смотрю, там еще будет немножко потом. Ну да, у нас там будет еще две недели обновления. Давай что-то выбивать питомцев. Вот этого я не хочу за 1000 сами покупать. А боксиков пока что не появилось. Вот боксики у нас появятся на следующей неделе. А тут какие-то тыквы от меня требуют. У меня всего лишь 3 штуки. Ну, а ты что хотел, чтобы все сразу и быстро? Да. Что, в сказку попал? В Адобмишешь. Тут всегда так. Да что а, ты шляпа говоришь? 12 стоит, которая мне понравилась. Да, но ее можно, смотри, ее можно купить за и за конфеты, тыковки, да. И за конфеты, да. Угу. И также они уйдут через 2 дня. Ну, еще можно купить питомцев. Один питомец будет недоступен через 2 дня. Вот этот и за 10, можно который, только, да? Вот тут. Да, да, его можно будет купить только вот тут вот, в колбочке. Смотри, какая игра доброжелательная. Питомцев в колбах затащили. 3600, я могу его купить. Ну, покупай. Блин, ну ладно. Я купил. Не можешь? Всё, о, купил. Вау.
Ну все, поздравляю с первым питомцем. Это муми-кошка. Ну не муми-кошка, это френд-кошка. Так, а это что так дорого? 61 тысяча. Вы что, с ума сошли? Где я возьму столько? 61 тысяча. И вот на сюда посмотри, вот на этого питомчика посмотри. 140 тысяч, это сколько тут жизней надо прожить в этой игре, чтобы его получить? Туториал рассказываю. Встаешь АФК, вот этот круг красненький. Ну, когда встанешь, он, конечно, зеленым станет. И просто стоишь весь день, 24 на 7. А тут каждые 7 минут, зарабатываешь. Да, каждые 7 минут. Но когда у нас появится обновление... Подожди, если ты просто постоишь, ты сколько, 500 получишь монеток? 600? Да, вот это ты умный. Также можно купить за робокс, но сомневаюсь, что это тебе интересно. Ну, если вам, ребята, интересно, я знаю кучу магазинов, где вы можете купить дешевый робокс. Тут могла быть ваша реклама. Да, да. Если бы это не было видео детское. Так, ну смотри, это еще не все, что у нас тут есть. Да. У нас тут есть несколько локаций. Подожди, а мы тут все нашли? Тут нету каких-то секреток? Прям да, пасхалок. У нас появится... А где еще вторая игра? У нас еще пасхалочки покажут. Вторая игра? Так я говорю, выходи, увидишь. А, это не здесь? А, я понял. Ну, идем. Нет. А ты так, хотел, вот, чтобы смотри. Все так просто было? Вот к этому челику, да. Новая пристройка. Я сюда заходил случайно, когда добавлял людей в друзья. И вот мы тут с тобой сейчас сможем сыграть. Кто-то из нас будет медведем, а кто-то из нас будет охотником. А есть еще невиновный. Ну, нас двое, поэтому вряд ли невиновный будет. Отлично. Так, давай. Да мне все равно кем, лишь бы... Бир. Ой, о, ой, води отсюда. Рысь. Привет. Рысь, пока. Как это работает? Пока-пока-пока-пока. Нажимай, ну я тебе рассказывать не буду. Ты нажимай на кнопочку, ты станешь медведем и можешь меня убивать, но не надо. Как тебя убивать? Также можно тыковку собрать. Тебя надо словить или стрелять в тебя как-то? Да, можно? Мне надо... Не, стрелять прям бы я. Прям грызть тебя? Ладно. Я из этой пушки медленно хожу. Медленно где? Ходишь. А где ты медленно я ходишь? Я тебя поймаю. Это я тебя поймаю, ты меня будешь стрелять, я знаю тебя. Я так боюсь этих лестниц спускаться, вдруг ты там будешь. Не говори. Тут, кстати, можно на карте собрать конфеты. Уходи! Почему? Да в смысле, я выстрелила, что за... Да ты в воздух стреляла. Угадай, сколько я получила. Это было изи, 225 мне всего лишь дали. Всего лишь, мне 35 дали. Ты чё вообще? Ну так вот тебе. Ну, кстати, тут дают много за то, что ты АФК постоишь, тут много дают. Я в этой игре даже чаще стою. Beer. Да почему я опять охотник? А ты хотела... Нет. Нет, ты охотник, я бир. Я наоборот, я ж этот... Животное, которое надо убить. Угу. Ты где? Я тебя сейчас буду убивать, как обычно. Ну это мне в игре сейчас, ну реально. Так, ну где ты? Что-то я тебя ни разу не видела. Ну что, слава богу. Ну может и так. Так, может я просто на другом этаже? Я только что спустилась. Так, пора, походу, что-то пушку доставать. Ты плохо ищешь, походу. И ты тоже. Уходи, прысь, прысь. Где мои сетки? Алло, в смысле? Что? Я не могу стрелять. Это пасхалка на дорс. Что? Не могу стрелять. Что такое? Почему 210 всего? Было 225. 90, почему? Да, обрезали меня. Нажимай на выйти из мини-игры. Быстренько нажимай на выйти. Выйти быстренько нажал. Слава богу. Эта игра, кстати, она запускается от двух человек. Одному ты повезло, повезло нам. Не, почему? Наоборот, не повезло. На той игре ты можешь играть, а тут только с двумя. То есть АФК... А как ты сидишь в АФК? Ой, ты призрак у меня остался. Ты у меня призраком остался. А, нет, это мне нормально. Все, погнали, у нас это еще не все. Да, идем. Давай. Переходим через мост, и тут мы уже с тобой вроде бы 15 минут играем, значит, мы сможем открыть кладбище. Да, боже мой, только не твою бабушку выкапывай, давай. Прабабушка. Ой, нам еще одну минуту надо, смотри. Видишь, короче, тут есть кладбище. Да. А еще ты видишь там тыковку? Да. Через забор. Угу. Вот, смотри, тебе надо будет ее собрать. И все? Даже я справлюсь. У тебя открыто кладбище? У тебя открыто кладбище? Да, я ее забрал. Ну, вот, теперь ты можешь зайти. А у меня еще одна минута. Вот, слушай, это все мои родственники. Это все коты, которые похоронены. Кстати, подожди, я нашел 5000 конфет. Это нормально? Да, ты можешь найти, открыть одну. Ну я вот, мне 5000 дали. Ну смотри, тебе могло выпасть 15, а также мог выпасть новый питомец. Да, можешь тут посмотреть. Блин. Смотри, шанс выпадения. У нас спасет игра, но думаю, мы на нее не пойдем пока что. То есть я самое нубское нашел, ну ладно. Нет, тут есть еще хуже. Смотри, тут есть крекет яйцо. Вообще. Стойное.
Ну, кстати, это ж не все. Также у нас есть по всей карте тыковки фиолетовые, которые ты уже одну собрал. Угу. Их нужно собрать 30, правда. Ну, это каждый день, так понимаю, и это прям вообще... Да, их нужно каждый день собирать по 30 разных местах. Только теперь у нас, кстати, выйдет в эту пятницу обновление, и можно будет собирать 40 тыков и 28. О, ничего себе. Вот это ты олд игрок. У тебя есть тыковка, коляска. Я себе это подскинчик заказал. Да, вообще. Тыковка. А у меня есть тоже Хэллоуин. Сейчас я тебе покажу. Так. Вот такая стрекорета. Где? Костяная. Да. Не, подожди, мне больше нравится какого-то такого. Типа так. А это с 21 года, кстати. Такое у меня тоже имеется. Огненная. Где? Куда ты делся? Вернись. Я за тобой ехал. Опять слышно, машины появятся новые и боксики, которые ты так ждал. Да-да. Вау! Эй, за что ты мне... С управлением, конечно, сможешь справиться. Так, а давай какую-то тыкву хотя бы найдем где-то еще. Мне понравилось тыкву собирать. Тут есть? Ну смотри, я не знаю, где они сейчас есть. Но их нужно искать по всей карте, они подсвечиваются. Но я очень надеюсь, что есть тыковка в одном месте. Сейчас, погнали. Ну, на речке где-нибудь. Пошли вон. Не, они там не спавнят. Смотри, берешь крюк и поднимаешься туда. Все, окей, я взял. Теперь на замок мне вот туда аж. Да-да-да. Все, лечу. Бесплатные курсы, как стать феей. Окей. Так, теперь заходи в замок. Я тебя тут жду, и ты как тебя тут тоже ждут. Ну все, победа. Ой, как они тут все изменили. Ё-моё, как я давно здесь не был. Смотри, вот сюда забрал. А, вижу, ты как куда забрал. Из другой тоже. Тоже вижу. Угу. А, тут вообще их много. А где пишешь, что сколько у тебя тыков уже собрано? Прикольно. Еще третью вот, собрал. Вот, смотри, события заканчиваются через 16 дней. Заходишь сюда, и там у тебя сколько из 30 собрано? 4. Победа. Да, ты должен будешь собрать всего 20 по карте. Ну, а еще 10 ты соберешь в двух мини-играх по 5. Угу. Смотри, там есть очень сложная звучит тыква, как которая да. сложно достается. Да, я ее забрал, ты вот попробуй? Она за порталом лежит. Не-не-не, там еще одна, смотри. Давай, так это попробуй. Ж крюком нужно, наверное, опять. Да, правильно мыслишь. Смотри, у меня есть крюк шмеля. Так. Ой, блин, куда я? Да я ж упала. Кажется, я тоже упал. Ну так. Смотри, у тебя есть попытки еще. Я забрал уже. Опа, я собрала. Да, с первого раза, серьезно? Да, у меня же есть крюк шмеля. Ничего себе. Так. Я очень долго, кстати, пыталась первый раз. А, да? Ну ладно. Так, тут тоже собрал, и тоже так, собирал. А здесь какой-то портальчик будет куда-то, или это просто декорация? Не, это уже заблокировали портал. А, это уже было, это его уже забили? Обновление. Да. На него но забили, и его забыли. Откуда выпадал, кстати, плащ лев? Вот такой вот, легендарный. Так ты собирай тыковки давай. Будешь выбивать что-то за него. Каких-то пэтов. Да, тыковки можно получать питомчиков. Угу. Тыковку там тоже можно выбить. Хочешь, я тебе покажу, ты точно вспомнишь ее. Ой, найти бы мне ее в моем инвентаре километровую, а, конечно. А, тыкву? Пэта, что ли, тыкву? Тыкву, которая там была. Да, пет тыква, она в 21-м году была просто. То камень, то тыква, платно. Там что-то все постоянно что дают. Бесполезно. Сам ты бесполезный. Мой лучший пэт. Тыква и камень. Лучшие друзья. Так, отлично, ребята. Вот такие вот нововведения в Хэллоуин на DopeMe. Кто еще не играет, поиграйте. И, конечно же, заберите новых пэтов, которые будут совсем скоро в боксах. Ну или не скоро. Решил сделать прыжок веры? Да. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, все. Ждем следующую неделю, чтобы увидеть новые обновления. С вами был Red Cat и Настя. Всем пока-пока. Пока-пока.